Цымбалюк Романовская до полусмерти избила народную артистку на «Пусть говорят». У бывшей жены Джигарханяна от ярости пошла пена изо рта. Она разнесла студию программы. Страшным скандалом и мордобоем окончилась съемка очередного выпуска программы «Пусть говорят», где продолжается обсасывание темы скандального развода Армена Джигарханяна и киевской домработницы Виталины Цымбалюк-Романовской. То, что устроила молодая пианистка, как теперь ее называют, в студии Первого канала, удивило даже самых циничных сотрудников программы. Подробностями поделился редактор передачи. Накануне в театре Джигарханяна снимали сюжет и были поражены тем, как плохо выглядит артист, рассказал работник «Пусть говорят». Армен Борисович с трудом передвигает ноги, еле ползает. Короче, там происходит что-то несусветное. Когда эту шокирующую запись показали в студии «Пусть говорят», Цымбалюк Романовская заорала, вот до чего довели великого артиста без нее. А с ней он был огурцом, продолжил собеседник. Присутствующая на съемке народная артистка России Тамара Семина возразила: «В ЗАГС с вами, он шел из больничной палаты. Может, вы его до такого состояния и довели?» Господи, что тут началось? Цымбалюк Романовская подлетела к 79-летней актрисе и ударила ее. Зал закричал от ужаса. За избиваемую Семенову вступилась Маргарита Черис, первая уволенная Цымбалюк Романовской работница театра Джигарханяна. Виталина прям по белым диванам в студии бросилась бежать, накинулась на Черис, стала ее избивать, орала: «Чтоб ты заткнула свой беззубый рот!» Словом, ад и кошмар. Как говорят очевидцы, у Цымбалюк Романовской капала слюна изо рта и даже выступила пена. То, что она устроила в студии, ужаснуло всех присутствующих. Контракт на выпуске с ней подписан до сентября. Но мы не знаем, что делать. Люди отказываются даже за деньги не только с ней сниматься в программе, но и находиться в одной студии. Мне кажется, она обезумела от безнаказанности, заключил сотрудник «Пусть говорят». Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!